Понедельник в Самарской области переменная облачность. Местами осадки плюс 18 днем, ночью 13 выше нуля. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. В Сызрани переменная облачность, сильный дождь. В дневное время плюс 16, ночью плюс 13. Ветер северо-восточный 5-9 метров в секунду. В Тольятти переменная облачность, небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 13 градусов. Северо-восточный ветер 3-7 метров в секунду. В Самаре переменная облачность, сильный дождь, гроза. Днем плюс 19, ночью 13 с плюсом. Ветер юго-восточный 5-9 метров в секунду. Порывы до 21 метра в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Температура воды в реке Волга плюс 21 градус.